Да что ж такое-то? Почему они светятся? Ой, еще один антистресс улетел. Как же заставить опять ее светиться? Ну-ка, светись. Ну-ка, давай, загорайся. Не хочет? А чего это вы в темноте сидите? Скажи, почему эти антистрессы светятся? Юми, дурочка. Айс, отстань от меня. Какие антистрессы, Юми, подождите. Ну эти тыквы. А это что такое? Вот эти что ли тыквы? Да, да, она горит. Включи. Ну, если ее вот так пожамкать. Ну почему? Ну, там просто лампочка, Юми. Да, но про жаб ты тоже говорила, что там просто червячки и все. Вдруг нет? Давайте разрежем антистрессы. Посмотрим, что внутри. Помнишь, мы разрезали антистрессы, а жабу так и не разрезали. Давай жабу, вот этого и тыкву разрежем. И посмотрим, что у них внутри. Ух, вы любопытные. Ладно, хорошо, пойду схожу за ножницами. Алиса, не трогай мой хвост. Юми. Мы с тобой поссорились. Все. Опять сегодня мы снимаем без Софии. Надеюсь, она скоро выздоровеет. Да, я тоже очень надеюсь. Вы что, забыли? Тетя Софи-сан просила не грустить и снимать. Так мы посылаем сигнал в космос, что все хорошо. В какой еще космос, Юми? Какой бред. Это работает, я посылаю в космос, подпишись. И вот кто-то подписку нажал. Хм, странно. Ой, Юми, все, хватит, ну правда. Смотрите, старики, сигнал в космос, комментарий. И вот он, комментарий появился. Космос, еще комментарий. И вот еще один комментарий появился. Космос, комментарий. Еще комментарий. Это просто совпадение. Да, такого не может быть. Да вы что, мы же магическая семья. Это магия, смотрите. Космос, дай мне магический лайк. Вот, кто-то поставил лайк. Видите, я же говорю, работает. Магия. А вот и я. Ну что, как дела? Готовы начать разрезать антистрессы и смотреть, что внутри? Юми, аккуратнее с ножницами. Не лежи их. Ладно, ладно. Аня, а Юми говорит, что комментарии, лайки и подписчики приходят из космоса, когда она попросит. Ну, все может быть, киса Алиса. А можно я попробую? Космический лайк, появись. Че-то ничего нет. Как так? Грустно. Ну не расстраивайся, киса Алиса. В другой раз обязательно получится. Ой, а тазик-то я забыла. Сейчас вернусь, ребята. Заодно Софи проведаю. Никуда не уходите. А я пойду подарочки из посылок повытаскиваю. Эйвен, а Аня не разрешала же. Ну, а вы ей не говорите. Все же любят подарки, разве нет? Эйвен, а как же антистресс? Начинайте без меня. А вы, ребята, любите подарки? Голосуйте в опросе. Вообще-то, в прошлый раз мы уже делали опрос. Чью коллекцию нам снять? И почему-то Миша до сих пор не сняла свою коллекцию мишек. А, да, точно. Я просто не снимала. Потому что у тебя не было вот такого большого мишки. Это топ-подарок из посылки от Ани из Костромы. Класс, ух ты. Теперь я точно, сниму видео про коллекцию своих мишек. Я поднял. Упс, ребята, кажется, Аня идет. А что делать? Надо куда-то спрятаться. Куда? Маскируйся в шкаф с игрушками. Так, ну что? А где опять Эйвен? Он в прошлый раз пропустил вскрытие антистрессов и сегодня тоже хочет. Аня, он сказал начинать без него. Да, он сказал, что он попозже подойдет. Ну, ладно, хорошо, давайте. Итак, такие антистрессы мы с вами уже вскрывали. Я помню. Дай мне. А что там внутри, раз ты помнишь? Там какой-то типа крахмал. Все правильно, ну ладно, тогда сегодня этих трогать не будем. Сегодня, наконец-то, торжественно вскроем эту хлюкающую жабу. Посмотрим, что это за красная штука внутри. Ну, не кровь точно. И главное, червей достать. Да уж, и раскроем секрет этой тыковки, которая не дает тебе покоя. Когда ее сжимаешь, звук не такой хлюпающий, как в жабе. Зато образуется вот такой смешной шарик с иголочками. Как ежик. Да, точно. Они очень мягенькие и приятные на ощупь. Ой, кажется, у тыквы светящаяся опухоль. Светящийся механизм вылез вместо глаза. Ужас, вот поэтому Ане надо сделать тыкве операцию. Уговорила. Миша, у меня уже все затекло. Скорее придумайте, как Аню выгнать из комнаты, чтобы я отсюда выбрался. А я нашла еще один антистресс. Ты про вот этот мячик, Алис? Давайте тоже его разрежем. Посмотрим. Он очень необычный. Как будто внутри очень много геля. Он очень плотный, но звуков никаких не издает. И его очень трудно сжимать. Это скорее больше похоже на тренажер для руки, чем на антистресс. Девочки, придумайте что-нибудь. Я больше не могу тут сидеть. Разрезаю. Ань, а подожди. Что такое? А тебе разве не надо собираться? Куда, Юмичу? Ну, на эту, как его, встречу. Какую встречу? Ну, 18 ноября с подписчиками в Москве. А ты объявила всем уже? Да, я сказала в Инстаграме и ВКонтакте, где она будет и так далее. Ну, так тебе надо собраться. Да сегодня же не 18-е. Ой, мне кажется, чем-то пахнет. Пойду скорее, проверю. Да ничем не пахнет. Ничего не горит, давайте резать. Аня. Что? Точно что-то горит. Я чувствую, мы сейчас все задохнемся. У меня сейчас приступ случится. Так, ладно, чтобы никто не нервничал, я пойду и все проверю. Может, я правда газ забыла выключить? Сейчас вернусь. Спасибо, девочки. Ноги затекли. Ладненько, пошел я дальше в комнату подарков открывать посылки. Эйвен, ну, может, не надо? Эйвен, так, я все проверила, все нормально вам показалось. Давайте уже разрежем эту лягушку. Да, да, давай уже. Да, давай разрезать. Вас не поймешь. Вы то тянете, то скорее давай. Протыкаю. Хм, странно, ее пузырь не протыкается. Эй. Ой, ничего себе.
Доставай ее. Так, посмотрим. Сейчас достанем этот ее пузырь жабий из нее. Давай, она еще не вся вытекла. Так, аккуратненько достаем. А в этом пузыре еще осталась красная жидкость. И червячки, которых вы так хотели достать. Выбрал топ подарков из посылки от Алины Ирины из города Кострома. Красивый рисуночек нас всех, лакомство и петушок. Так, у меня еще тут очень много работы. Жидкость эта, кстати, не только красная, но еще и какая-то липкая. У меня все руки в ней. От самой лягушки у нас осталась вот такая вот штука. Ань, разрежь пузырь, чтобы вода вытекла и червей достать. Да, сейчас, Миш. Вот он, наш лягушачий пузырь с червями. Давай, выливай эту штуку. Хорошо, сейчас все выльем. И главное, червей доставай. Сейчас, Юмичу, достаю. Только ты не лежи, это ты же отравиться можешь. Ладно, ладно. Смотрите, один червячок прилип прямо к пузырю. Сколько там всего червяков? Два черных и один белый. А червячки-то, кстати, тоже антистрессовые. Покажи мне, можно ими играть? Лучше ими не играть, я их выброшу, а то проглотит еще кто-нибудь из вас. Жалко, прикольные. Вот и достали мы червячков из жабы. Юми, ну прости, отстань от меня, Алиса. А что у вас такое случилось? Вы что, поругались? Ну, короче, а я уже посмотрела твою реакцию на хомяков на главном канале. Как ты познакомилась с Рики-Лаки, а ты еще не видела? А я почему нет? А потому что ты дурочка. Ты не умеешь пользоваться описанием к видео. Ну и что? А там ссылка всегда. А ты не пошла туда и не увидела. А ты еще кое-что не видела на Анином канале. Она себе там... Молчи, замолчи, замолчи. Аня там сделала 74. Молчи, говорю тебе. Аня там сделала 74 себя. А нас еще не сделала. Не говори мне ничего. Я сама пойду и посмотрю. А ты не умеешь. Не умеешь пользоваться описанием. Ну и что? Я научусь. Сама посмотрю без тебя. Ой, девчонки, какие глупости. Кто посмотрел, кто нет. Я тоже на тебя обиделась. Не обижайтесь друг на друга, давайте лучше следующий антистресс развязать. А я обиделась на нее, что она без меня просмотрела. Я ухожу. Ну иди, обидка. А что ты тут делаешь, Иван? Выбираю топ-подарки из посылок. Это вот коробка от Буряк Надежды из Москвы. И что ты оттуда выбрал? Конечно же, самое лучшее. Это вкусняшки. А что это за комната? Тут так много коробок. Я вот правда тут нашел посылку, на которой не сохранилось имя и адрес. Это я их содрала. Я играла. И я не знала, что это посылки. Прости. А что будет теперь? Тупо. Мы не узнаем, кто прислал эту коробку. А там было много подарков. И я выбрал самые топовые. Искусственные глаза, вкусняшки для Рики и Лаки, хомячки. А самое главное, это вот эта кошка. Она похожа на тебя. Я виновата, да? Ну, попросим того, кто отправил посылку, написать в комментариях, как его звали и из какого он города. Надеюсь, он увидит. Так, я разрезаю тыкву. Ой, Алиска, ты вернулась? Где ты была? В тайной комнате. Скоро Эйвен кое-что сюда принесет, когда Ани не будет. Чё принесет? Эй, вы о чем там? Червячки, говорю, прикольные. Так, Алиса, что там Эйвен принесет? Не скажу, мы же поругались. Мы будем антистресс разрезать, а? Да, да. Я режу. Ой, случайно. Вот что осталось от нашей тыквы. Она тоже неплохо тянется. Но только она гораздо проще рвется. Нам нужно вот что. Вот он, секрет. А почему он выключился? Сейчас попробуем его включить. Может, надо потрясти? Может, надо поджимать? Не работает. Сломался, вряд ли. Кажется, я знаю. Горит, светится, красивый, синим и красным. Значит, от удара, как я и подумала. Прикольно, а как интересно это работает? Что там светится-то? А сейчас киса Алиса им поиграет, и мы, Юмичу, с тобой его откроем. А ты продолжай обижаться. А я уже не обижаюсь. Обижаешься? Нет, я говорю, не обижаюсь. Ну ладно, тогда друзья. Да, да, друзья. Классно, погас. А секрет этой светяшки очень простой. Сейчас откроем ее, а тут маленькая схема. Две лампочки, красная и синяя, мигают по очереди. А чтобы они загорелись, тут есть маленькая пружинка, которая работает как выключатель. Когда ее задеваешь, лампочки включаются. Ничего себе! Да, вот так вот все просто. А работает эта микросхемка на обыкновенных трех малюсеньких батареечках. Вот и весь секрет этой светящейся антистресс-тыквы. А давайте, пожалуй, эту штуку разрежем в другой раз. И вообще ножницы ее не разрезают даже. А может, подписчики знают, что внутри нее? Непонятно. Так, я пошла, все уберу и сейчас вернусь. Так, а что это тут такое? Это все Эйвен. Эйвен, сколько раз я вам говорила не распаковывать без меня посылки. Зачем ты это сделал? Ну, ладно, извини, я так больше не буду. Ладно, я же всегда вас прощаю. Чё-то в этих глазах ничего не видно. Миша, тебе идет. Нет, ничего в них не видно. Да, и правда, слишком широко расположены дырки. Все потому, что они человеческие. Ты будешь смешно смотреться. Похоже на меня, у нее есть секрет. Какой секрет? А ты нажми на нее, в серединку. Мягкая шерстка, добрые глазки. Кошечке вашей хочется ласки. Погладь меня, и тогда я в ответ буду мурлыкать и ждать
свой обед. Мяу. Она разве не собака? Нет, киса Лиса, это кошка. И ты кошка. Я собака. Ты же покемон. Ну ладно, тогда ты правда собака. И это тогда собака. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь. Снова первым увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, возможно, возможно. Он в наше видео вдруг попадет. Юля, остановись. Ой, ну хватит.